десятых она не проиграла Елизавете Туктамышевой и все-таки опередила свою юниорскую соперницу. Это несмотря на то, что Туктамышева каталась сегодня великолепно. Она 5 баллов проиграла Лизе в произвольной программе, но в общей сумме, так как опережала ее на 5,5 баллов, то, соответственно, она на 5 с лишним баллов она и осталась впереди. Вот так интересно. И дальше катается Катарина Гербольд. Она 4-я после короткой программы. И она уступала Аделине Сотниковой 4 балла. То есть ей нужно набрать не менее 109 баллов для того, чтобы обойти свою молодую соперницу. Ну, это для Катарины Гербольд вполне выполнимая задача. Что уж тут говорить, она взрослая, опытная спортсменка. Итак, еще одна Кармен, но уже другая.
Катарина Гербольд. Ну что ж. Катарина Гербольд, я так смотрю на реакцию Алексея Николаевича Мишина и на реакцию Мишиной. Они тоже, в принципе, довольны. Хотя, наверное, хотели бы, чтобы все было идеально. Так вот сразу не бывает. После того, как несколько стартов вылетели в этом сезоне, не получилось их сделать нормально. Что здесь сразу по полной программе. Но посмотрите, она начинает с акселя, затем ошибочка на выезде на Луце. Здесь в напряжении Алексей Николаевич, но ничего не поделаешь. Целиком свою энергию не передать ученику в этот момент, ученице. Довольно-таки чистый Ридбергер. Спирали, когда исполняет Катарина Гербольд, сразу видно, что ей не скучно во время исполнения спиралей. Сложное и эффектное заключительное вращение. Ну и, в принципе, неплохо дело обстояло с образом. Хотя и еще раз обращу внимание, что все-таки музыка смонтирована. Ай-яй-яй. Жорж Бизе покоцан нещадно. Мне почему-то кажется, что если бы чуть логичнее была бы музыка, может быть, и Катарине было бы удобнее кататься. Ну, а может быть и нет, наоборот. Может быть, наоборот, музыку монтировали так, чтобы было как можно удобнее Катарине кататься. Мне кажется, кататься. Первый, может быть, нет, вопрос, да, второй... Точно, я прошу, как, как они уже к ребру относятся? Я про ребро и говорю. Ну и тут идут рассуждения в Kiss and Cry Corner по поводу ребер и отталкивания, да, на Луце и Флипе. Радуется, что уже откатал. Это значит, что она проигрывает. 149-31. А у тех, у Аделины Сотниковой, у Елизаветы Туктамышевой 160.